Ну, вот это хатта, это место примерно в 80 километрах от Дубая, прямо на границе с Оманом. Вот там же не горы справа, это уже Оман. Это дамба, вот дамба перегорожена долина, и влево, если посмотреть, то видно, что влево вниз. Причем тут достаточно крутая дорога. Когда поднимались по ней, пошутили, что в гололед тут тяжело будет ездить, потому что дорога очень крутая наверх, дамба. А там слив идет. Вот. Собачка радуется тому, что я наконец-то гулять немножечко в этой жаре, в дубайской. Вот. Ну вот, еще раз вид на хатту. Вот такой вот он. Такая там.